этого. Друзья, всем привет, всем ассаламу алейкум. Как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо. Мир вашему дому. Сегодня, друзья, приехали в такое популярное место, называется Big Mac. Big Man. В общем, друзья, Big Man назвали. В интернете увидели, решили сюда приехать. Такое хорошее место, друзья. Находимся в Муратпаше. Вид шикарный. Такой шикарный, да. Это полностью Кони-Алты. Вид на Кони-Алты. Можно приблизить, Юля, вон туда. Это полностью наша Анталия. Мы специально приехали вечером, чтобы закат был такой красивый. И немножко опоздали, мы хотели прямо на закате. Ну, попали прям в хорошем моменте приехали. Здесь полностью видно море, у подножия моря, да, или как говорят, у подножия моря. И это место, друзья, очень популярное. Здесь можно прийти, покушать, любой вид мяса есть, любой вид блюд есть, очень много. Здесь, смотрите, меню такое через QR-код, да, и очень большой ассортимент блюд. Сейчас мы заказали апельсиновый сок и заказали кое-что. Сейчас посмотрим, как это все. Мы тут первый раз, если нам понравится, мы вам обязательно локацию скинем и расскажем, сколько это стоило и как это, вкусно или нет. Все, оставайтесь на канале. И, друзья, кому нужна квартира в Анталии, аренда, продажа, звоните, пишите. Мы все еще работаем и находим такое время, чтобы вам тоже такие ролики снимать. Ну, я думаю, у нас получается. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Мы стараемся для вас. Все для этого делаем, чтобы вас порадовать, чтобы с вами поделиться. Сейчас очень много русскоговорящих в Анталии живут, русских. И не только русских, русскоговорящих очень много тут. И многие не знают, куда сходить, где лучше, где хуже. Чтобы вы тоже просто так туда-сюда не ходили. А это прям шикарное место с шикарным видом. Море, Кони-Алты, прям все перед твоими глазами. Вообще красота. Вот Юля. Юля, привет, как дела? Всем привет, все хорошо, отлично. Пришли в такое красивое место. Прям сидишь и любуешься. Да. Сейчас. Как тебе понравилось? Да, здесь очень красиво. Вообще все красиво. Соответственно, отношение другое. Здесь даже у официантов. Потому что это такое, считается, довольно-таки приличное место. Да. Вот. Сейчас будем пробовать здесь еду. Да, и сразу же, друзья, мы не из тех. Некоторые еще в комментариях писали, ты знаешь, Юля, мы помнишь, в таджикской кухне были, нам пишут, зачем так говорить, типа, один комментарий такой был, ну зачем нам врать, если это не понравилось нам, мы сказали, не понравилось. Да, да. И почему еще такой момент был, потому что я ходила туда не первый раз, там была такая же ситуация, но я подумала, ну ладно, кафе новое, думаю, как-то ситуация будет получше со временем. И как бы дали второй шанс этому кафе, но оно себя не оправдало. Да. Вот нам принесли уже апельсиновый сок, свежевыжатые оливки. Свежевыжатые, да, оливки, хлеб. Вот такой хлеб. Сок. Юля, попробуй сок. Как по вкусу? Попробую. Я хочу сначала вытереть. Да. Друзья, смотрите, оливки в оливковом масле. Вообще. Вот это Кони-Алты, друзья. Наш популярный, любимый Кони-Алты. Побережье. А это море. А, да, Юля, пробуй. Вкусный сок. Прям видно, что свежевыжатый. В общем, лайк. Сейчас посмотрим дальше, как еда будет. Да. Друзья, нам пришла еда. Да. Мы заказали Hawaii Chicken. Это мексиканская курица. Надеюсь, она не острая. Сейчас попробуем. Эмиль, рассказывай. Сейчас попробую. Острая? Очень вкусно. Напоминает вкус... вкус чего, знаешь? Маринованный...
маринованная курица какая-то вкусная очень. Угу. Ладно. Приятного нам аппетита. Да, приятного нам аппетита. Еще позже скажем свои впечатления об этом месте. Вот. Пока можете полюбоваться, уже темнеет, но нереальная красота. Друзья, смотрите, какая красота. Тут ночью тоже очень красиво, друзья. Супер. Да, какая красота. Да. Вот. Взял кыз Юля. Уже, правда, с пустыми тарелками. Да. Но очень вкусно было, да. Как, понравилось? Да, вкусно. Да. Ну, вот. Не прям. Там 10 из 10, но вкусно. Да, в следующий раз другое блюдо закажем. Да. Да, здесь я, получается, что было это? Там были... В общем, тут курица, были ананасы. Да, ананас. Курица и грибы. И ананасы были очень сладкие, а подливка была очень соленой. Ну, я чуть-чуть не поняла, на самом деле, вкуса, но, в принципе, неплохо, честно скажу. Вот, вкусно. Да. На сегодня все. А, кстати, мы здесь тоже попробовали по одному и оставили. Мы не любим это. Оливки. Оливки. Все, друзья, на сегодня все. Юля, попрощайся с нашими всем подписчиками. Всем прекрасного вечера. Да. Скоро выходные. Отдыхайте, набирайте сил. Новую неделю с новыми силами. Да. И мы тоже. Да, и мы тоже. И Эмиль тоже хочет вам сказать пару слов. Как тебе место? Друзья, место мне очень понравилось. Юля сказала верно. Слишком переборщили с приправами. Немножко. Вкусов, да, много вкусов. И ананас в одном месте, грибы и мясо. Ну, в принципе, нормально, можно покушать. Но здесь фирменное блюдо есть, кебаб. Биг кебаб какой-то есть. В следующий раз мы, наверное, такой закажем, попробуем. Ну, все очень понравилось. Особенно обслуживание огонь. Вид, вы посмотрите. Локация тоже отличная. Вид вообще ночью тоже вообще красиво, да? Угу. Вот такой вид, друзья, на всю Анталию. Это уже наша Анталия, друзья, это уже наш город. Так что мы здесь. Кому нужна помощь, друзья, по Анталии, мы постоянно на связи 24/7. В любое время звоните, в любое время консультируйтесь, какие-то вопросы. Ну, на все вопросы я могу ответить. Юля тоже со мной работает, мы вместе. По всей Анталии вам поможем, везде отвезем, везде покажем, расскажем. Так что имейте в виду. С вами был Эмиль Сулейман, Юлия Плотницкая и наш канал «Русскоговорящий турок». Друзья, вот смотрите, вот такое место, называется The Big Man. Здесь, получается, хозяин квартиры. Смотрите, друзья, у меня столько уже в голове про квартиры, что уже хозяин квартиры говорит. Хозяин этой кафе, друзья, этого ресторана, можно сказать, бывший баскетболист, профессиональный баскетболист, и называется The Big Man. Мы его сегодня не видели, и вот это место, очень хорошая локация, с видом на море, с видом на Анталию. Здесь есть парковка, 10 лир всего лишь стоит. И здесь очень хорошие цены, друзья. Прям намного лучше, чем в дальнем культуре, можно сказать. И цены хорошие, и обслуживание. Обслуживание огонь. Есть, друзья, вино, там попить есть. В общем, есть мясные блюда, есть соки, все есть. Меню очень большое, так что приходите. Здесь еще парковка есть, мы машину там оставили. Здесь получается вот такая локация, тут много кафешек. Мы локацию вот эту оставим, приезжайте. Мы там оставили, припарковали машину, и можно было бы вот так заехать и здесь припарковаться. Но мы не знали первый да, раз. Да, мы не знали поэтому... первый раз, так что это... Чуть-чуть прогуляюсь. Да. Вообще вот там еще красота. Кафешки. Но мы выбрали с видом на море. Да. Лайк. Давайте, всем огромное спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Эмиль Сулейман, Юлия Плотницкая и наш канал «Русскоговорящий турок», друзья.